И всем привет, Games, Games, Games. С вами Данил GameStop. И как вам новое приветствие? Всем привет, Games, Games. С вами Данил GameStop. Наверное, понравилось, ребята. Вы готовы к Хэллоуину? Я готов. С наступающим Хэллоуином. А мне обещали на Хэллоуин снег. А сегодня у нас будет ролик такой. Сейчас расскажу. Вы обязательно, конечно же, видели. У меня два стака факела и одну железную кирку. Дело в том, что я сегодня буду снимать, как больше я наберу за 11, то есть за 10 минут руды. Сколько я ее добуду. И мы начинаем. Засекаем время. Ага, 14:18. Значит, 14:28. Этот таймер оглушается. И мы считаем руду. Это первая часть на кирке, железной кирке. Если кирка поломается, сделаю, то есть еще одну возьму. Давайте я заранее возьму, ребята. А вы подождите меня. На 20 секунд я себе приборщил, потому что кирку я взял. Ну, так что давайте добываться. У нас 8 сундуков там, вы видели, есть. Я вам не объяснил, но давайте объясню. 8 сундуков, в которые мы будем ложить руды. Так что готовьтесь, будет ролик вкусненький. Мы там приготовьте чаек, печенечки и приятного аппетита. А скорее всего, дошик сухой с посыпочкой вам обязательно понадобится. Ну и чаек с тортом, потому что ролик интересный. Может быть, даже сниму ролик, как я прокопался 10 тысяч блоков. Это заинтриговал. Это будет на 20 лайков. А лайки вы не набирайте. Я просто не хочу снимать. Кое-как свою попу я поднял. Но вы уже меня с этим активом за просто. Просто за. Есть такая песня. Вы меня за, я хочу на Бали. Я там умру. Или как там? Та-т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 а. Прикольная песня, согласитесь, лайк за нее. Короче, готовится еще один ролик. Что за... А, МЧС, я понял. Так, получается, что у нас пока никакой руды нету. И это плохо. Уже прошло 2 минуты, а руды нету. А я коп... Мне надо копаться вниз. А не сразу в полоску. Просто пипец полный. Это пипец. Мне уже надоел грай, я бы его удалил. Пожалуйста, разработчики, не мучайте нас. Еще нужна высота. Сейчас я координаты включу и обязательно вернусь. Я просто не подготовился. Это просто ужас. 10 секунд накидываю. Так, 10 секунд, уже несколько минут ничего не добывают, и пипец, как плохо. Так. Да блин, почему я факел не могу под гравий поставить? А, да почему? Да почему я не могу поставить факел? Вонючий факел, больше не буду тобой пользоваться. Хотя ты мне не нужен был. В компьютере вообще можно рассветку. Такую яркую поставить, и ты мне не нужен будешь в компьютере. Так. Во-во-во-во-во-во, поперло, 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 поперло. Так, всем привет вам там. Короче, зрители. То я не приветствовался уже давно, или вообще не привет. Короче, давайте, ребята, мы добудем грай. Вонючий, который нам не нужен. И сегодня, мне кажется, я ничего не добуду. Ну, не добуду, как и не добуду. Мое дело. Короче, так, добываем. Вот гравий, он замучает. Гравий, гравий, блин. Господи, как я ненавижу гравий. Как я ненавижу гравий. Дайте какую-нибудь руду.
Я хочу руду, я хочу руду. Какую-нибудь руду. Боже, дайте руду. Дайте руду. Уже два стака начал факел. Как-то непонятненько. Так. Получается вот так, так. Я уже начал землю выкапывать. И ничего. Ребята, я пока схожу на паузу. Может, что-нибудь найду. Итак, ребята, я нашел уголь. Прокопался недолго от паузы. И вроде это уголь. Ну да. Так, ну хоть что-то уже. Уже время на исходе. Что-то я за этот день сегодня мало руды добыл. У нас был челлендж. Я даже не говорил слово челлендж. Как больше добыть руды. Но я не добыл больно. Вот что это такое? Ну что это? Ну вы меня не уважаете. Подписчики не уважают. Это не уважает. То не уважает. Ну что это такое? Уже ночь. Я вижу звезды. Я радуюсь этому. Я радуюсь очень сильно. Давай, давай, давай. Ура! Я нашел что-то. Хоть что-то. Ура, ура, ребята. Я в расцвете сил, ребята. Это как прикольно же. Я же добыл. Я же не забываю, у меня есть 30 дополнительных секунд. Потому что я свое время потратил. На вот это вот все, это все. Так что, ничего страшного. Если бы ничего не нашел, то я бы... Можно мне было еще 30, или то есть одну минуту дополнительно дать. Это мои правила. Вот. Так что вам их не указывать. Вот тут мы начинаем копаться в полосочку. Длиной вот такой. Так что, ребята, вам не унывать со мной. И я вырубаю камеру. Так, ребята, я начал копаться непонятной техникой. Сначала одну полосу так, 14 блоков, потом другую так. И нашел еще одну руду. Но у нас уже время почти на подходе. Через несколько секунд я брошу копать. Вот достала земля, достала. У меня уже 15 секунд примерно остается. Так что руды я почти никакой не добыл. Ну что это? Ну, нормально, нормально. В следующих раундах, может, будет получше, но я не уверен. В себе. Но уже остается 5 секунд примерно. Ладно, ребята. Продляю себе еще 30 секунд. И точно закончу. И показываю вам на камеру, что и руды просто нету. Не у мазика, ничего. Вот железо поперло. Уже прошло примерно 10 секунд. Чё-то попёрло, чё-то попёрло. Вы тоже со мной соревнуйтесь. Ну что у вас получится меня перегнать, ребята? Кто выиграет, тому пиар вашего ролика 10 лайков точно вам дам. Так что участвуйте в этом конкурсе, кто больше соберет руды. Остается 5 секунд. Раз, два, три, четыре. Ну и 5 с ниточкой. 5 с половиночкой и 5 закончилось. Я ничего не добыл почти. Железо 6 штук. Угля 5 штук. 36 редстоуна 6. Забыл. Не, этот медь, медя и 3 золота. И по мелочам. Диорит 3, камня 40, еще стак 64, еще стак 64. Добыл сланец 31 штук, земли 24. И 3 гравия. Так что... Ничего тут больше вроде и нету, да. Вот, видите, тут больше алмазов не было. Ничего. Так что идем наверх. Подытожим сейчас.
И участвуйте в моем конкурсе, кто больше соберет руды. И снимайте это на камеру. Ю-ху! И мы пришли. Так что давайте мы эти сундуки откроем. На первом месте, то есть на последнем, вот это не ценно. Уголь на вот это на вот этом, и это пока что на этом. Не, наоборот, что-то я затупил. Слегоночка. Простите, заболел ковидом. Никакой ковид, я вру. Это все я вру. А, у меня просто простой насморок и кашля. Так что всем па! Games. Вы были у Даниил Games Top. Навайков 22 часть. Навайков 22. Буду снимать обзор деревни. Расскажу, какие дома, какие работы, чем занимаются жители и историю этой деревни. Пока!